В Госсовете прошел круглый стол по проблемам многодетных семей. Мамы и папы предложили депутатам не только материально стимулировать рождение третьего ребенка, но и повышать статус многодетной семьи. Мы должны создать такие условия для матери, чтобы она не была оторвана от своей интеграции в общество. Это означает, что она должна иметь возможность выстраивать какую-то свою карьеру. Это значит, что мы должны законодательно, и вы знаете, что сейчас мы в Госдуме уже это рассматриваем, законодательно приравнять уход за ребенком к стажу. Это значит, что мы должны предусмотреть возможность для таких семей получать увеличенный материнский капитал при рождении третьего ребенка, увеличенное пособие и льготные возможности для индивидуального жилищного строительства.